Плохо. Все ужасно, ужасно плохо. Да, конечно. Смотри, телефон, что так плохо? Потому что надо мне план закрывать. Осталось 1500. О, наконец-то солнышко ушло. Привет. Вот тут еще этот куда жарче стоять. Блин, пойдемте лучше сядем, потому что этот очень-очень жарко. Привет, год. Все. Я обратно иду. Это просто пиздец какой-то. И все люди ушли. Ай. Да пиздец. Хуя-то не приват. Блять, заебались своим ебучим приватом уже. Сколько можно? Приват, приват. Нет бы один, блядь. План мне закрыл, а то приваты, приваты. Знаете что-нибудь, кроме слова приват? Спасибо. Эрагон. И в юбке жарко, не могу. Просто хочется все снять. Ну, мне надо же стримить, правильно ведь? Давай, сни. Что за сни? Давай ты русский выучишь, пожалуйста. Это будет куда полезнее. Ну давай ты мне план закроешь, 1500, давай дари мне, и я все сниму себе обязательно. Юсуф, ты сейчас поешь отсюда нахуй. Такие вот ебучие халявщики мне тут нахуй не нужны. Что случилось? Ничего не случилось. Привет, Николай. Тебя отсюда с ними, да. Ну, потому что надо план закрывать, понимаете? Осталось 1400. Даже меньше. Нам продажи не нужны. Я рада за тебя. А мне тупые люди тут не нужны, которые не понимают, что я так специально говорю, что я все сниму, чтобы мне закрыли план. Но есть, кстати, хорошие врачи. Они могут тебе подлечить твой мозг, чтобы ты хоть что-то понимал.
спасибо, ребятки, всем за подписки. Привет. Заказана такая милашка, что не могу. Ну, понимаешь, а многие этого, ну, как бы, не видят. И приходится объяснять. Вставляться будешь или не будешь? Миленько, спасибо большое. Ну да, так-то тоже верно.